Thank you.
Здравствуйте, ребята! Привет, Поли! Привет, Эмбер! Что мы сегодня будем? Раскрывать яйца? Да? Ну давай! Давай начнем с этого розового яйца. Что там такое? Ух! А что это? Динозаврик! Смотрите, какой красивый динозаврик! Зелененький! Какая хорошая игрушечка, да? Кругленькая! Ну, становись сюда! Так, уберем яйца. Теперь возьмем желтое яйцо. Ух ты, тут у нас конфетки беленькие, розовые, сделанные бусиками. И что еще тут лежит? Ух, это же лев. В чашечке, в белой чашечке. Какая забавная игрушка. Можно за ручку взять. Ну, становись сюда. Так, теперь опять желтое яйцо возьмем. Что же в нем? Ух, да. У нас конфетки розовые, желтенькие. И лев. Какой красивый лев, какой желтенький. Какая у него розовая грива. Чудесный ребенок. Давайте яйца уберем. Возьмем розовое яйцо. Еще одно яйцо. Маленькое. Что же в нем, детки? А в нем что-то такое чудесное лежит. Что же это? А что это? Это тарелка для фрисби. Так. Возьмем желтое яйцо. У нас тут уже два желтых яйца. Какое первое раскроем? Давайте это. Здесь у нас машинка голубенькая. Какая машинка. Колесики маленькие какие. Спереди маленькие, а сзади побольше колесики. Красивая машинка. Оп. Она заводная. Смотрите, дети. Опа. Опа. Опа, и уехала. Ну ладно, потом достанем. Смотрите, у нас еще желтое яйцо. Что же в нем? А, танк. Какой хороший танк. У него башня крутится. Можно стрелять в разных направлениях. Тоже маленькие колесики. И осталось последнее яйцо, розовое. Так, раскроем. А в нем смурфики. Давайте их рассмотрим. Этот смурфик несет ведерки с водичкой. А второй подарок. Смотрите, какой большой подарок у смурфика. Какие они забавные человечки. Синенькие, штанишки беленькие, шапочки беленькие. Вот какие два забавных человечка. Так, уберем. Ну как, Поли, понравилось тебе распаковывать яйца? Да, мне понравилось. До свидания, ребята. До свидания, ребята. До свидания, Эмбер. До свидания, Поли. До встречи. Смотрите наши новые мультики. Подписывайтесь на канал.